я беременную женщину. Абсолютно никаких противопоказаний нет. Но за вот эти 5,5 года через меня прошли более 4000 человек. Это результаты людей. Сейчас я буду говорить только результаты людей. Первое. Какое заболевание вообще встречается часто здесь? Аллергия. Аллергия? Еще какие заболевания? Какие заболевания? Гипертония. Гипертония много, да? Онкология еще. Онкология есть? А детская заболеваемость? Кожные заболевания? Есть такое? Смотрите, почему я об этом спрашиваю? Bob Life – первое действие, это продукт, единственный продукт в мире, который решает проблему аллергии. У ребенка диатез, аллергия, бронхиальная астма. Второе действие – это желудочно-кишечный тракт. У кого есть запоры, у кого есть диарея, проблема кишечника, знаете, да? Как онколог скажу, если у вас неправильно работает кишечник, все, психоз, невроз, плохое настроение, депрессия – это все из-за неправильной работы кишечника. Bob Life, он щадящий, аккуратно, он не агрессивный продукт. Он начинает просто высвобождать каловые камни, которые, фибрилы, которые в толстом кишечнике находятся, они высвобождаются. Очень тонко, щадящий начинает очищать весь желудочно-кишечный тракт. У нас очень много результатов, когда целующая язва, 12-перстной кишки бесследно, без рубца исчезает. Следующее действие этого продукта через гипофиз регулирует весь гормональный фон. То есть есть проблема, когда щитовидная железа. А щитовидная железа за что отвечает? В каждый орган в нашем организме отвечает за что-то, да? Щитовидная железа. Он через гипофиз регулирует все железы внутренней секреции. Это зоб. У нас есть результаты по аутоиммунному зобу. Сахарный диабет. Да? Вы знаете, да, инсулин в крови. Это мой отец. Он 18 лет страдал сахарным диабетом. Знаете, то, что на рынке появлялось, то есть медицинские препараты, я все назначал. То есть то, что на рынке было, я хочу, чтобы мои родители долго жили. Папа, мама, 38-го.